Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте media56.ru. Подключайтесь к сервису «Везет» в городе Орске. Много заказов и бонусы за поездки. Телефон, код города 3537, телефон 375055, адрес улица Ленинского комсомола, дом 43, офис 204. Ремонт и запчасти стиральных машин. Звонить по телефону 60 60 80. В управляющую компанию требуются мастер по санитарии, разнорабочий, слесарь, энергетик, дворник, сварщик, юрист. Обращаться по телефону 48 40 80. Требуются водители категории С, СЕ, Д, автокрановщики 25-50 тонн. Звонить по телефонам 67-00-40, 8-922-801-17-45. Срочно требуется тракторист на JCB. Вахта по области. Телефон 8-922-892-23-15. Требуется уборщица на проспект Дзержинского. Телефон 8-922-536-82-83. Поселок Южный требуется пилорамщики-помощники. Звонить по телефону 250-617. Требуется повар-обвальщик мяса. Телефон 8-909-610-28-03. Требуются охранники на вахту. Звонить по телефону 28-01-05. Требуется водитель на автобус. Развозка. Телефон 90-37-01. Требуются разнорабочие. Мастер по укладке тротуарной плитки, штукатур, сварщик на монтаж заборов, навесов. Оплата еженедельно. Звонить по телефонам 8-922-829-69-11-906-911. В рыбный цех поселка Овощевод требуется наборщик-упаковщик, зарплата 30 тысяч рублей. Звонить по телефону 96-30-45. Предприятию общественного питания требуются повара, изготовители полуфабрикатов, мойщики посуды, официанты, экспедиторы по перевозке грузов, грузчики, водитель на автобус ПАС, соцпакет. Звонить по телефону 32-83-46. Организации срочно требуются водители категории Е для работы на автомобиле с прицепом в пределах области с опытом работы на иномарке. Телефоны 92-94-65, 8-932-848-81-42. Требуются грузчики и разнорабочие. Зарплата достойная. Телефон 92-11-26. Требуется сиделка. Звонить по телефону 21-13-78. Крупная строительно-монтажная организация приглашает газорезчиков, электросварщиков, монтажников теплотрубопроводов, оформление по Трудовому кодексу Российской Федерации. Своевременная зарплата – развозка. Телефон 448-209. Организации на постоянную работу требуются инженер-теплотехник, КИП-ИА, знание приборов учета холодного, горячего и центрального отопления. Звонить по телефонам 31-27-56, 31-27-59. В поселок Овощевод в рыбный цех требуется упаковщик-фасовщик. Телефон 96-30-45. Требуется монтажник окон ПВХ. Телефон 25-74-01. Требуется уборщица, график работы 5/2, кондитер 2/2, помощник пекаря 2/2. Телефон 90-20-09. Дорожно-строительной организации требуется машинист автогрейдера, зарплата 70 тысяч рублей, машинист катка, машинист КМУ, машинист АГП, зарплата от 50 тысяч рублей. Звонить по телефону 8-903-392-44-11. Организации срочно требуются тракторист на К-700 и автослесарь по ремонту спецтехники. Телефон 8-922-801-94-72.
Требуются сварщики. Телефон 240406. Требуются грузчики на улицу Беляевскую. Звонить по телефону 8-922-853-88-93. Требуются кадастровый инженер, инженер землеустроитель с опытом работы. Телефон 436-536. Требуются пилорамщики, разнорабочие, зарплата высокая. Телефон 920-941. Компании «Транслист» требуются водители категории «Е», машинист крана автомобильного. Телефон 53-85-03. Требуются механик, разнорабочий, дорожный рабочий, водитель категории «БЦ», бухгалтер. Звонить по телефонам 8-953-458-98-31, 58-98-31. В рыбную лавку требуются продавцы. Звонить по телефону 97-25-70. Требуется уборщица подъездов. Телефон 8-912-846-10-54. Требуются водители на межрегиональные пассажирские перевозки. Телефон 40-78-43. Требуются работники на ферму. Жилье предоставляется. Телефон 8-919-868-08-78. Продавец. Звонить по телефону 8-987-892-81-62. Требуются грузчики, гибкий график, оплата ежедневная. Звонить по телефонам 40-2005, 8-987-115-06-72. Срочно требуется повар-универсал. График работы 2 через 2. Зарплата по результатам собеседования. Телефон 22-26-56. Организации на постоянную работу требуются водители категории «Б», «С», «Е», машинист катка, машинист гудронатора, машинист трактора, МТЗ. Звонить по телефону 8-922-884-29-66. Требуются работники в пекарню. Телефон 92-64-88. В столовые требуются в городе Оренбург кладовщик, повар, грузчик, мойщик посуды, в селе Тотское повара, помощник повара, работники кухни. Обращаться по телефону 48-00-04. Для работы на карьере вахты требуются водители самосвалов, машинисты погрузчиков, экскаваторщики. Звонить по телефону 8-951-115-41-19. В автосалон требуется автослесарь, менеджер по продаже запасных частей, специалист по установке дополнительного оборудования, сервис-менеджер, автомойщик. Телефон 911-999. Требуются разнорабочие, телефон 20-48-01. Смотрите программу «Видеоблокнот» на сайте media56.ru.